нашим детям знания, кто воспитывает их каждый день и кто насыщает их день самыми интересными событиями. Это все наши сотрудники и самое главное наши воспитатели. Ножницы, нитки, губки, клей, бит, валерьян. Воспитателя поздравить, мы пришли сегодня вас пожелать больших успехов, чтобы учили лучше нас. Воспитатели у нас, это просто высший класс, каблучки надели, как фотомодели. Да, воспитатели у нас вот такие, просто класс. Они нам очень нравятся и к тому же красавицы. Собрались мы в этом зале, рада встречи друг друга. Мы сегодня подарим вам танец, этот светлый день октября. Тук-тук! Кто в теремочке живет? Кто в невысоком живет? Это мы, детки конфетки. Я няня усыпляня, а я повар кулинар. Я завхоз, решу любой вопрос. Мы педагоги, быстрые ноги. Я воспитатель и наблюдатель. А я методист за воспитательным процессом наблюдист. А вы кто? Я секьюрити охрана. Без меня вам просто яма. Буду терем ваш хранить и дозоров охранять. Ты нам тоже очень нужен. Заходи к нам в терем жить. Теремок наш укомплектован. Будем дружно все в нем жить. Спасибо. А теперь следующее задание для детей. Кто летает, мы взмахнем рукой. Кто плавает, мы отметим волной. Кто просто ходит, хлопаем. А кто ползет, потопаем. На месте, на месте. Хорошо? Мы не встаем. Слушай, тяжелый колорадский жук. Кандидат медицинских наук. Что он делает? Ходит. Жук. Летает, конечно, показали. Конем быстрый-быстрый морской. Морской, правильно. Вот кто первый показал плавать. Жужжащий пчелиный рой. Вот, молодцы. Красивый белый мотылек. Что он делает? Пушистый маленький хорек. Что он делает? Хлопаем. Нет, хлопаем. Я вам неправильно подсказываю.